Правительство Германии решило передать Украине еще 4 самоходные артиллерийские установки Панцерхаубица 2000. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Германии. Гаубицы и боеприпасы поедут в Украину, несмотря на тяжелое материальное положение Бундесвера. Поставка станет возможной и начнется сразу после обсуждения с промышленностью скорейшей поставки отремонтированных орудий из программы капитального ремонта армии, говорится в сообщении министерства. Министр обороны Кристина Ламбрехт заявила, что этот шаг увеличит количество поставленных Германией высокоэффективных орудий Украине до 14. Тогда вместе с гаубицами из Нидерландов количество переданных Украине САУ этого типа вырастет до 22. Украина очень хвалит эту систему и изъявила желание получить больше гаубиц. Для дальнейшей поддержки Украины в ее мужественной борьбе с жестоким вторжением России Германия выполнит эту просьбу и предоставит еще 4 такие самоходные гаубицы, заявила Ламбрехт. Напомним, ранее немецкое правительство одобрило продажу Украине 100 установок Панцерхаубица 2000. Их производство может занять несколько лет, поэтому если говорить об этом контракте, речь идет об укреплении ВСУ в долгосрочной перспективе. Добавим. Для стрельбы из этих САУ украинские артиллеристы используют 155-миллиметровые снаряды ДМ-121. Эти боеприпасы могут достигать дальности до 30 километров. Также ранее стало известно, что Украина получила первую поставку из 225 высокоточных снарядов «Вулкана», которые усилят украинские гаубицы калибра 155 мм, в частности «Панцерхаубица-2000». Спасибо за просмотр. Слава Украине!